Ребята, привет! Заказала очередную посылку от Мэллоу. Пришла большая. Порадовало то, что у меня накопительная скидка 10% и еще и купон за распаковку на 50 гривен. У меня почти экономия вышла 100 гривен. Ну, это ладно, это приколы все приятные, но будем распаковывать. Смотрите, пришли мне пакетики, флаконы. Я заказывала большой флакон. Такой вот он, в принципе, вообще без... Там даже и царапин я не вижу мелких. Флакон с дозатором. Вот, собственно говоря, дозатор тоже. Все было в пакетике, он чистый, аккуратный. Вот, потом пришли вот такие флаконы на 50 мл. Их заказывала тоже много, потому что они дешевле и качество у них хорошее для лосьончика. Такие вот флакончики. Потом заказывала я также полисорбат, мой любимый 80-й. Отдушка. А, нет, это не отдушка, это масло семян моркови экстра вирджин. Вот тоже контроль первого вскрытия, ничего не открывали, все аккуратненько. Потом пришел мне эмульгатор Мульфарма 1000, 10 грамм, тоже в пакетике. Фильтр цинк-оксид, хотела сделать крем, не успела. 10 грамм. Это все флакончики, которые мне пришли. Скраб миндального ореха мой любимый пришел тоже, аккуратно запакован. Нигде ничего не пролилось, не пробилось через пакетик. Потом амаранта, клетчатка для организма, тоже аккуратненько, 100-граммовая запакована. Флакончики в сторону. Так, пришел мне кокосовый паф. Я заказывала оптом литр, видите, как его расфасовали. Нигде ничего вот не потекло. Он был запакован. Скотч сверху был, я его только что убрала. Вот, все подписано. Годен до подписано, все как нужно. Так, потом для лосьона база тоже пришла, натуральная. Тоже все прописано, написано, литровая. Запаковано отлично, видите, не открывается. Нигде ничего не пролито, все целенькое, аккуратненько. Достаю. Теперь молочную кислоту литровую. Универсальный продукт, тоже, видите, запакованный в такую тару, очень удобно, между прочим, есть. Вот это одна посылочка, которая очень довольна. Спасибо, ребят, за такую предоставленную возможность экономить у вас.